Приветствую вас, уважаемые телезрители. Православие по-гречески это ортодоксия. Все тут по традиции, по канону, как встарь, так и ныне. Сказать свое слово трудно, а поразить церковный мир такой новизной, которая бы не была воспринята как ересь, почти невозможно. И вот невольно задаешь вопрос, значит ли это, что в 21 веке своей истории православие обречено только на воспроизведение своих былых достижений? Здесь, как ни странно, прозвучит из моих уст «нет». Хочу пояснить это на примере. Вот писатель, даже новатор, ведь не обязан выдумывать новые буквы. Он может творить и с помощью тех букв, которые узнал еще в первом классе. Слова, которые в своих стихах расставлял Пушкин, мы употребляем и сегодня, хоть чаще всего и без пушкинской легкости и осмысленности. Или музыка. Ведь из семи нот складывается все многообразие музыки. А если возьмем Библию, даже подбор библейских цитат может оказаться весьма авторским. Всем известная икона, на которых Спаситель держит раскрытое Евангелие. Но нет церковного правила, канона, которое определяло бы, на какой именно странице должно быть раскрыто это иконописное Евангелие. И оказалось, что в разные столетия и в разных странах в одном и том же Евангелии делали разные закладки. Во времена Ивана Грозного любимой цитатой оказывались грозные слова «Я суд миру», а в нынешние, более сентиментальные и поверхностные времена иконописцы предпочитают цитату не апокалиптическую и даже не богословскую, а этическую. «Да любите друг друга». Вот так постепенно я подхожу к храмовой архитектуре и иконописи. Оказывается, и в храмовой архитектуре, и в иконописи можно обходиться алфавитом былых находок. Но подбирать эти буковки в такой последовательности и с такими акцентами, что и через их архаичное, в кавычках, написание будет проступать месседж, адресованный именно сегодняшнему человеку, настоящему времени. Как это может быть, видно здесь, у храма-памятника в Минске, где практически завершаются строительные работы, устраняются недостатки и начинают сиять неповторимой красотой росписи главного храмового пространства. Стройка здесь началась в прошлом веке. Но отправной точкой жизни этого места стал июнь 1991 года. Впервые в истории патриарх Московский и всея Руси посетил Беларусь. Алексей II
избранный на патриаршее служение за год до этого, в Минске говорил, что три беды волнами прокатились по земле Белой Руси в 20 веке. Война, атеистические репрессии и чернобыльская радиация. И после этого патриарх освящает закладной камень храма в честь всех святых и в память о всех безвинно убиенных. На то время еще не исчерпала себя прежняя эпоха нашей истории. Еще нельзя было прямо говорить о тысячах церковных мучеников. Число жертв Великой Отечественной войны в те годы также пересматривалось в сторону увеличения. А сколько жизней укоротила чернобыльская катастрофа? Этот счет, увы, увеличивается до сих пор. И тут можно вздохнуть с ахматовской печалью. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и всех не узнать. Но есть и иная форма реквиема. Отсутствие полного поминального свитка в светской культуре 20 века компенсируют могилы неизвестного солдата и вечным огнем, площадью Победы, тоже с вечным огнем. В церкви же это молитва о всех с такой формулировкой. «Имена же их ты, Господи, веси, и ко всем святым». Тоже молитва. Всем святым. Вот на этом мне хотелось бы остановиться подробнее. Когда-то византийский император Лев построил первый храм в честь всех святых. Это история, имевшая место в конце IX века. История по-своему трагичная. Император хотел объявить своей святой свою недавнюю скончавшуюся супругу Феофанию и построить в ее честь храм. Но патриарх не дал на это согласия. Слишком памятно было, что Феофания, прежде чем стать царицей, была циркачкой. И тогда император решил построенный храм освятить в честь всех святых, полагая, что если его жена оказалась в лике святых, по решению Бога и поминовение всех святых в этом храме будет включать в себя и Феофанию. Так что когда-то строительство храма в честь всех святых было способом примирения императора Льва со своей личной потерей и с церковью. В прежние же советские времена молитва ко всем святым была формой тайного обращения церкви к своим современникам, современным мученикам. Это было обращение людей к тем святым, чьи имена и подвиги нам еще были неизвестны, или же к тем, чьи имена нельзя было громко возгласить по политическим мотивам, чтобы не сделать хуже живущим. И этот опыт церкви в 20 веке дал нам понимание, что свят тот, кто принят и утешен Богом. Святость чаще всего – это контраст между предпоследней и после последней минутами жизни человека. Это контраст между обстоятельствами смерти человека и тем, что дается ему потом.
И так часто от людей человек принимает боль и оскорбление, от Бога радость и славу. Таков путь большинства святых, мучеников и страстотерпцев. Мученик – это тот, кто умер за исповедование своей христианской веры. Причем смерть он принял от иноверцев. А страстотерпец – это тот, кто был утесняем не за верность вероучительным формулам. О них у него никто и не спрашивал, а просто за правду. Между его грехами и причиненной ему смертью была огромная несоразмерность. И потому можно сказать, что он пострадал не за свои грехи, не по своим грехам. Что ж, Бог Евангелия соглашается считать себя должником таких людей. Страстотерпец может пострадать от своих же единоверцев, как Иоанн Предтеча от царя Ирода. Мученик умирает за Бога, а страстотерпец за людей. И вот теперь, может быть, будет более понятным, почему этот храм-памятник на многострадальной земле Белой Руси еще в 1991 году было решено возводить в честь всех святых. Главный купол над шатром в честь Господа нашего Иисуса Христа. Купол над колокольней посвящен всем святым, как призыв к поминовению, к покаянию, к молитве, к памяти. Один из его боковых куполов напоминает о людях, павших на полях сражений. Другой – о жертвах политических репрессий, людях, замученных в лагерях и тюрьмах. Между шатром и колокольней, покровом неба и предстательством, ходатайством земли – небольшой куполок в память о безвинно погибших детях. И мне думается, что храм подобных размеров необходим не только нашей стране, но и городу Минску. Необходим с градостроительной точки зрения. Посмотрите, рядом высотность города, ритм его форм. Они резко изменились за послевоенные годы. И храм, а это все-таки высшая по смыслу линия архитектуры, храмы стали незаметны. Вот это совсем не скажешь о храме-памятнике. А вот что можно о нем сказать еще, это и будет темой нашей следующей передачи.